Уже завтра на этой футбольной арене зрители смогут увидеть в деле лучших игроков России. В 16:30 выйдет на поле действующий чемпион, который в прошлогоднем финале победил «Дельту» – футбольный клуб «Кристалл» против футбольного клуба «Сити» из Ленинградской области. Всего за титул лучшей поборется 6 команд из 5 регионов России. Формат турнира динамичный и непредсказуемый. Участники разбиты на 2 группы по 3 команды в соответствии с итоговыми местами в регулярном чемпионате. С 2010 года Самара регулярно принимает всероссийские турниры. Однако впервые на Волжской земле определится чемпион. Наша жизнь, в частности для меня, как для тренера, 20 лет сознательной жизни посвятил этому виду спорта. Как я могу к этому кубку относиться по-другому, как не любя, и не желать его в следующий раз еще раз поднять над головой? Кто хоть раз поднимал кубок чемпиона над головой, тот понимает и знает эти ощущения. Могу от лица, как игрок, пообещать то, что будет много зрелища, хорошая игра и хороший футбол. Работа по тому, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне, она, конечно, ведется всеми структурными подразделениями администрации города. Хочу пригласить всех жителей нашего города посмотреть на сильнейших игроков нашей страны. Главный турнир страны по пляжному футболу пройдет в Самаре рядом с Первомайским спуском с 28 августа по 1 сентября. Финал состоится в День знаний в 15:00. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.